Всем привет, друзья, и с вами Роблоксер Саня. Прямо сейчас я нахожусь в детском саду и буду в роли воспитателя. Переодел я его, нашего героя, прикупил ему рубашку, брючки и вот такую вот красную кепочку. Ну что, пробегимся мы по нашему детскому саду, осмотримся, что у нас здесь есть. Так, идем налево. Это получается комната по замене подгузников. Да, вот у нас здесь есть ребенок, сидит он. Так что, вот ему нужно заменить памперс, да? Сразу же займемся делом. Заменили мы или нет? Убежал от нас малыш, по-видимому. А куда он делся? Заменили мы ему памперс, не заменили, так я не понял. Ну ладно, как мы поняли, это у нас комната по замене подгузников. Это у нас площадка детская, игровая, огражденная. Здесь даже есть, представляете, вот такой вот бассейн. Можно детей купать. Такие вот столики и песочница с такой вот песочной башней. Угу. Смотрим, идем налево. Это комната для сна. Такая темная комната. С обоями в звездочки. Так, это не наш ли малыш, которому нужно заменить памперс? Смотрим. Не, у этого малыша все смайлики зеленые. Так что пускай бегит и прогуливается. А мы пока обойдем садик. Вот это игровая. Здесь есть игрушки, большие мишки. Так. Это какие-то... вот это телевизор получается. И здесь дети сидят на таких вот надувных подушках мягких. Да. Переходим дальше. Диванчики. А это кухня. Здесь мы завариваем смесь. Так, вот у нас еще сидит ребенок. Возьмем. Посмотрим. Да, все смайлики у него тоже зеленые. Так что пускай идет отдыхает, да? Идет, играет малыш, не будем задерживать. Это. Да, эта штука. Что это у нас такое? Это при входе, получается, сразу же у нас стоят компьютеры и фиксируют, что ребенок пришел в сад, да? Ага, вот посижу-ка я здесь. Сходим, ладно, попытаемся выйти на улицу. Выйти на улицу, почему-то здесь постоянно проблемы. А, вот дверь нужно открыть. Дверь стеклянная, прозрачная. И это у нас улица. Здесь по возможности не должно быть детей. Бегут они часто на вот эту вот площадку. Убегает от воспитателя. Вот такая площадка. Ну, пока что здесь никого нет. Вот малыш есть один на улице. Попытаемся его забрать и отнести в детский сад. Не получилось, он исчез. Наверное, переместился сразу же в наш сад. Так, вот сидит мальчик. Так, смотрим. Мальчика все зеленые смайлики. Отнесем его. Ага, вот это складское помещение какое-то. Не, в складское помещение ему не нужно. Отнесем ему на второй этаж. На втором этаже должны быть какие-то развлечения. Ага, вот есть такая вот еще игровая зона с шариками. Горки здесь и шарики, да? Сегодня предстоит мне поработать. Ага, вот какая-то комната для развития, наверное. Здесь сидит воспитатель, читает какие-то детям истории, учит их уроки. С детского садика нужно учиться правильно. Ага, вот даже здесь кабинет есть, да? Тоже. Стол, парты. С раннего возраста, с садика дети уже учатся, отлично. Проходим дальше. Стульчики у нас. Стед офис. А, по-видимому, здесь сидит директор. Компьютеры. И воспитатели отдыхают от детей. Сидят в интернете, вот, играют в игры, да? Это только комната для воспитателя. Угу. Что у нас здесь? Здесь у нас кушетка. Стол. По-видимому, это медпункт, правильно? Здесь медперсонал выдает детям витаминки. Ну что, пробежались мы по нашему саду, все осмотрели. Теперь займемся главной целью воспитателя, какая — ухаживать за детьми. Будем искать детей, смотреть, что им нужно. Так, где наш... Вот, берем нашего малыша, смотрим, все смайлики слева зеленые. Ничего, он не хочет, пускай, значит, идет играть вот в игровую. Так, а ты, может, что-то хочешь у нас? А, нужно ему заменить подгузник, отлично. Бегим в комнату по замене подгузников. Садим его сюда. Ты где нас?
Так, где-то у нас меняется подгузник, да? Посадили мы. Ага, берем подгузник. Забираем малыша. Так, а что нам? Подгузник мы-то взяли. Как его нам поменять? Так. Так, смотрим, как нам менять подгузник. Как-то я менял его уже. А, вот. Сейчас, думаю, будет замена. Не, мы не заменили мальчику подгузник. И он расстроен. Play. Да, как-то все. А, нам нужно... Так. Уложили. А, ну вот, мы меняем подгузник. Все, сейчас малыш будет чистым, аккуратным. Перестанет, видите, плакать. Он расстроен. Плачет из-за того, что... Смотрим. Ну все, вот все смайлики зелененькие. Отлично, отпускаем. Чтобы он не расстраивался. Все, чистый, аккуратный. Убежал играть. Так, сегодня нужно быть воспитателем. Значит, буду воспитателем. Хорошим, добрым таким воспитателем. Ищем еще малышей. Как-то совсем их немного. Выходим. А, вот на улице у нас стоят дети, да? Это, наверное, которые только появились в игре. Их взять нельзя, да? На площадку у нас никто не убежал. Так что мы возвращаемся искать наших детей в саду. Правильно? Такой вот красочный у нас. Дейтс. Так, закрылись двери опять, да? Ой. Все, успели. А, вот. У нас такой классной кепочки ребенок. Смотрим. Эу. Смотрим. Все смайлики зеленые. Ну что, поиграем, может, с ним. Милки ему не нужно. Так, кто-то хочет хоть поесть у нас в саду? Или все только играют? Никто не спит у нас, нет? Нет, детей спать. Спать вообще никто не спит. Детей совсем как-то немного. Так, здесь тоже никого нету. Хотя, да, на улице темно. Что здесь делать детям? О, все в игровой, да? Все у нас... На каждого чуть ли не ребенка у нас два воспитателя получается. Смотрим. Да, здесь тоже все зелененькие смайлики. Что может усадить тебя сюда? Ага. Все, усадили его в кресло. Пускай сидит. Все, отлично. А мы пойдем и покажу, как заваривать смесь вам. Так, есть еще... Ну ладно, пока заварим смесь. Вот, берем мы. Нажимаем на пакет с молоком. Но надо, чтобы, по-видимому, отошли наши другие воспитатели. Ага, вот эта девочка хочет кушать. И ей нужно заменить памперс. Отправляемся. Так, куда же ты убежала? Ты же... Или тебе, главное, сначала, наверное, ей нужно покушать, а потом... Да, детям сначала нужно поесть, да? Наверное, у меня есть молоко, правильно? А где она убежала? Так, вот. Вот. Не, у этого все зелененькие смайлики. Так. А, вот, ей уже занялся другой воспитатель. Кормит. Так, а мы... Мы что, сделали мы себе смесь, да? По-видимому, у меня есть смесь. Не делается она у меня. Смайлики, все. Ребенок чистый и аккуратный. Несем его в игровую зону. Оставляем вот здесь. Ага, вот какой-то малыш в зеленом подгузнике. Так, где? Где он уже убежал? Хватаем его. Эй, малыш, куда ты? И посмотрим. Ну, все зелененькие у него. Смайлики вот сюда, в игровую его. Пускай здесь играет. Наслаждается посещением нашего детского сада. У этого что у нас? Все дети ухожены, досмотрены. Так что можно не беспокоиться. Переходим мы дальше. Вот, кто-то меняет подгузник. Да и... Маловато у нас малышей, много воспитателей. Как-то сильно... А, вот появилась новая девочка с такими волосами. Жмем. Тоже все у нее отлично.
На диван ее поставили, пускай играет. Так. Угу. Что, попытаемся. Ну, по-видимому, тогда у нас есть молоко, если оно не делается. Сделал я уже готовая смесь. А дети все сыты, все накормлены. Так, проверим еще всех малышей. Эу. Так. Ну что, посадим. Вот сюда. Вот, все, усадим их всех в кресло. Чтобы не бегали, был порядок. Нужно детей усаживать, да? Эу. Все, усадили. Уже это убежало или кто-то вытащил, да? Ну, да ладно. Пройдемся по второму этажу. О, у нас появился новый воспитанник, да? По-видимому, что у нас? У нашего воспитанника убежал от меня опять. Наш воспитанник новый. Перехватил кучу воспитателей у нас. На пару детей. И у этого малыша все хорошо. Ну что, значит, садим его вот сюда, чтобы был в садике порядок. Дети не бегали. Вот усаживаем его в кресло. Два малыша у нас сидят в кресле. Отлично. Значит, будет в садике детском порядок, да? Так. Что? Больше стульчиков нету. Так, милк. Милк пить она не хочет, да? У нас плей. А, вот поиграем немножко. Все, поднимем ребенку настроение. Садим. Заходим на кухню, смотрим. Ну что, сейчас еще пробегимся по второму этажу. А, вот, появились новые дети у нас, да? Что у нас? Вот. Все смайлики у них зеленые. Отнесем на второй этаж в игровую комнату и посмотрим, может кто-то у нас там есть. Дети, которым нужно какой воспитатель у нас с наушниками. Продвинутый. В игровую отнесли. Так, смотрим. Зелененькие смайлики. Ребенок доволен посещением нашего садика. Ну что, сейчас осмотримся. Может, есть какие-то дети, кому-то что-то нужно, кому-то памперс заменить, кому-то покушать, кого-то уложить спать. Если нет, то будем сворачиваться. На сегодня наша работа в детском саду закончится. Осмотримся еще немножко. А, вот. Так, девочка почему-то плачет, да? Ну что, может с ней поиграть? Молоко она не хочет. Вот. Отправим ее на детскую игровую на первом этаже, правильно? Дети все прибывают. Новые и новые. Так, вот. Вот такой вот получился у нас рабочий день в детском саду. Всем пока, друзья.